во что вложить свой капитал и время, дабы без проигрыша жизнь свою затарить. По стронке будем рвать или продремлем, прокиснем на нытье и на своей опаре. Одни уж же зачатия пошли. В нас нагнетается трудных характер, навьющим чем былые кошели, на удобрениях ли заселится кратер. Не надо думать, что само собой все как-то походя придет и завершится. В мечтах уже с пеленок выйдет сбой. На перебой к нам бросятся ошибки. В несчастьях рано мы заметим все же. Не все нас любят, да и мы не всех. Характер не котенок, а колючий ежик. Поднимут нас на оголтелый смех. Захочется поищешь обоюдной любви святой, бесед из откровений. Во тьме мерещится, начнут одни иуды. Мечта не башню, не проект накренет. Разочарование с отчаянием заломит рук нескрещенных на мольбе к Христу. Дойдешь, что не Геракл ты, а лишь гномик, с неблагоуханием за милю, за версту. Пускай еще без опыта совсем приходит опыт не во снах, при бденье. Психологи дают тому десятки схем и не в последней степени нажмут на деньги. На раскаяние со слезной мольбой к Христу воскресшему, страдавшему за падших, от бед измен, прикрывшему собой, о жажде святости ему тогда расскажем. И даже в старости таланты расцветут, цель жизни высветится, радугой накроет. С благословением через смерть на суд, омытый Иисуса Агнца кровью. 13 июля 2008 года.